Всем привет! Рад видеть вас на своем канале. В этом видео я хотел бы вам рассказать о таком вот инструменте. Называется это плиткорез кусачки. Ну, для кого адресовано это видео в первую очередь? Ну, для таких же людей, как я, неопытных плиточников. Я, например, не занимаюсь плиткой профессионально, но время от времени приходится. Вот приобрел такой инструмент. Для чего он нужен? Сейчас я вам продемонстрирую. Вот так он выглядит. То есть кусачки. Это упор для плитки. Ну и режущий ролик. Значит, например, для чего он нужен? Чтобы отрезать плитку, ясно, да? Вот. Отрезали плитку, да? Например, если небольшой кусок, мы можем ее сломать, например, подложив просто саморез или сверло. Раз, плитка сломана, да? Но что делать, например, да? Если нам нужно, например, от плитки сломать, например, 1 сантиметр отрезать и ровно сломать. Вот для этих целей это приспособление, конечно, незаменимо. Сейчас я вам продемонстрирую. Отрезаю от этого кусочка, например, вот сантиметр, да? Раз. И ровненько кусочек у нас отламывается. Вот. Возьмем кусочек побольше. Также, например, вот. Так, другую плитку можно использовать как линеечку. Отрезали. Неровно отрезалось. Сейчас попробуем. Поставили. Отрезали. И ровненький кусочек у нас отвалился. Как бы стоит он совсем недорого, 200 рублей. Но облегчает работу, конечно, очень сильно. Так что люди, кто вот собирается, например, самостоятельно уложить плитку, вот прям рекомендую приобрести. Намного упростит вам работу. Ну, как бы вот и все, что я хотел об этом сказать. Если кому-то это видео пригодилось, хорошо. Если не пригодилось, ну и ладно. Всем спасибо, до новых встреч.